Приветствую на втором выпуске рубрики «История игроков». Первая часть вам очень понравилась, поэтому, хоть и с небольшой задержкой, представляю вам продолжение. Не забываем взять что-нибудь вкусненькое, поставить лайк этому видео и насладиться новой подборкой реальных историй из EVE Online, которые я подготовил для вас сегодня. Не забудь, 500 лайков, и я делаю третью часть, а мы начинаем. Одним нажатием кнопки уничтожили территорию всего Альянса, или история развала нультечной Шелупония. Да, в Еве есть и такой Альянс. В каждом новом видео истории игроков вы слышите советы, которые многим стоили состояния, могущества, а иногда и целого региона. Примерно год с лишним назад Альянс Нультечная Шелупонь подверглась не просто развалу, а уничтожению изнутри. Персонаж Анурия, до сих пор очень активный персонаж в Snuff It Out, после ухода из Альянса Нультечной Шелупони имел альт в составе директоров Альянса, то есть Нейтрал имел персонажа в корпорации, которая занималась не просто руководством Альянса, а поддержанием Клайма, то есть территории Альянса, заправкой, структурами и вообще всем, что и Альянс имел. И в один прекрасный день для игрока Анурия и ужасный для Нультечной Шелупони Анурия передает структуру Кипстар на свою альт-корпорацию и начинает уничтожать айхабы систем. Целый регион на севере становится свободным, каждый желающий мог в ту же секунду начать захватывать его и устанавливать свои цитадели. Хоть и по Нультечной Шелупони был нанесен тяжелый удар, комментарий лидера Альянса был прост: «Я иду спать». Настолько фанател от руды, что набил татуировку или история Чриба. Легендарная личность руязычного комьюнити и в онлайн. Свою славу приобрел как гарант сделок между сторонами, которые не доверяют прямые контракты между собой. К примеру, обмен коллекционными кораблями. Продажи, сделки, какие-либо соглашения зачастую совершаются с гарантом, а именно при участии Чрибы. В далекие годы настолько фанател по Вильцпару, что набил себе татуировку с названием самой распространенной руды безопасных секторов EVE Online. Также Чриба владелец одного из немногих оставшихся в хайсеке дредноутов, которые по механике игры уже никак не смогут появиться в Империи. Самые известные охотники за головами в Еве, точнее за кораблями. Охотники, хантеры – это очень небольшая группа игроков в Ив, которые занимаются древнейшим промыслом – охотой на дичь. Чаще всего на очень крупную дичь или дорогую. Цели охотников могут быть разными. Кто-то небольшой группой ловит игроков-фармеров экспедиции, другие же ловят капитальные и суперкапитальные корабли, ведя в бой целый флот, которому только дай возможность схватить и уничтожить очередной дредноут, рорк или даже мазер. Далее мы обсудим несколько самых известных охотников, которых бы я хотел бы выделить. Масл. Многие содрогнулись только при упоминании данного ника. Масл в основном охотится небольшой группой пилотов, до 5 человек. Его основные цели – это фармеры экспедиции, неважно в каком регионе. Для поимки обычного крабика используется довольно хитрый трюк. Используя несколько разных персонажей, жертва вводится в заблуждение о том, что ей ничто не угрожает. После чего один из ловцов масла, пользуясь уникальностью корабля, ловит цель, которому уже не остается ничего больше, как молить древних богов Евы о помощи. На счету масл, только по официальной статистике за киллборд, порядка 4 триллионов иск только уничтоженного. Чаще всего его жертвы летают в довольно дорогих фитах, что позволяет с лихвой окупать не только ожидания, но и все затраты. Интересным фактом является максимальная осторожность охотника, ведь погибал масл на своем корабле типа Син только за минувший год лишь однажды. Фридрих Ван Холле – охотник за самыми дорогими коллекционными кораблями. В EVE Online существуют обычные корабли, которые строятся, погибают и снова андокаются тысячами каждый день, но в темных закромах коллекционеров таятся уникальные, единственные экземпляры кораблей, которых может быть на всем сервере лишь с десяток, а то и меньше. Фредерик Ван Холле выбрал наисложнейший путь – путь охотника за коллекционными кораблями. Его разведка работает довольно оперативно. Как только поступает информация об активности дорогих кораблей в PvP, Фридрих готовит ловушку. Наиболее популярная механика – это наживка, поймав которую, его цель сама становится жертвой Фридриха Ван Холле. Вот последние его достижения, которые доступны на всеобщее обозрение. Лейлапс. Не смотрите на оценку от сайта, это механическая цифра лишь фита, реальная его стоимость около 4 или же даже 500 миллиардов иск.
то приравнивается к 250 месяцам подписки. Да за такие деньги в онлайн можно играть пару лет, ни в чем себе не отказывая. Но кто поймет этих богачей из онлайн, скопивших триллионы в своих ангарах? Кстати, я так и не увидел от вас предложений, а на какую тему вы бы хотели специальное видео в таком же стиле. Не забудьте поддержать выпуск новой части своим лайком и подпиской. Шво! Если вы крабите на большой игрушке, будьте готовы к нему. Шво – это самый известный флитком, командир флота Инитов, которые известны своими диверсионными вылазками через уникальные дрифтер червоточин. Если кратко, это червоточины, в которых вы сможете найти огромное количество маршрутов для себя или, в случае с Шво, огромного флота Кикимор, врывая систему с одиноким крабом, чаще обнаруженного с помощью распространенной шпионской сети Шво. Дредноут, Рорк или Мазер становятся легкой добычей флота из сотни с лишним человек, которые хотят уничтожить тебя. В заслугу Шво десятки уничтоженных Ророк, дредноутов и кораблей суперкапитального класса. Все же любят уничтожать что-то дорогое, не так ли? Photoshop помог игроку получить от лидера китайского альянса Винтерко крупную сумму. Один из членов альянса Босс, врагов китайского альянса Винтерко, обратился к лидеру последнего с заманчивым предложением. Представившись другим пилотом, тайный агент из Босс заявил о якобы имеющемся у него доступе к директорской корпорации Brave Collective, что позволяет ему парой нажатием кнопочек и рычагов сделать так, дабы весь альянс потерял все захваченные им системы, которые они яростно обороняют от атак тех самых Винтерко Коалишн, к которому и обращается наш агент мошенник. В EVE Online существует механика, контролирующая размеры альянсов. Ее суть очень проста. Каждая система альянса ежемесячно требует взноса ради поддержания ее состояния захвата от конкретного альянса. И наш мошенник, предложив вражеской стороне сделку, он со своей стороны выносит счет, который существует для автоматической проплаты систем. Системы же спадают, и Винтеркоалиция сможет без проблем, воспользовавшись моментом, улучшить свое положение на фронтах. Естественно, у мошенника никогда и близко не было подобных ролей. Ему на помощь пришел Photoshop. На ваших экранах фейковые скриншоты мошенника, где якобы у него имеются все доступы, позволяющие ему провернуть этот трюк. Но что же в обмен запросил сам мошенник? Все просто. 100 миллиардов иск аванса за работу и 100 миллиардов иск в случае успеха. К сожалению, вторую часть денег мошенник так и не получил, но я считаю, что вряд ли он ушел недовольным, ведь 100 миллиардов иск за несколько часов обсуждения плана и парочку фотошоп-скриншотов – это очень и очень выгодный обман. Ну и куда же без свежих новостей? Ловушка для фракционных суперкапиталов Pandemic Horde, Optic Water и Road Capella. Буквально несколько дней назад на территории довольно крупного альянса Pandemic Horde были пойманы капиталы на крабсы. В таком случае сторона защиты, недолго думая, применяет любимую тактику – проброс на противника своего капитального и суперкапитального флота. Но в этот раз атакующие ждали именно этого. В момент запрыга первой группы защиты атакующие закрыли возможность доброса помощи и пробрасывают на поле боя свой капитальный флот из 24 дредноутов, которые уже не вернутся в свой док. Начинается капитальная резня, где приоритетными целями становятся ультрадорогие фракционные мазера, стоимость каждого из которых спокойно преодолевает отметки в 200 с лишним миллиардов иск или же порядка сотни месячных подписок. В группе Deepwater и Road Capella удается 25 дредноутов уничтожить суммарно на 800 с лишним миллиардов иск только беглым подсчетом примерной стоимости павших кораблей. Вот это я понимаю капитальная эскалация. Надеюсь, вам понравилось несколько историй игроков из EVE Online. Не забудьте поддержать видео вашим лайком и подписаться на канал, если ждете продолжения. Всем fly safe!